что очень часто какие-то маленькие фрагментики разговоров зачастую оказываются какие-то ключевыми, основополагающими. И вот когда я только пришел сюда в качестве генерального директора, еще даже не генерального директора, исполняющего обязанности, первое, что мы должны сделать, это мы сделаем так, чтобы мы с честью, радостью, гордостью могли бы проводить телемарафоны, прямые эфиры, мосты с кем угодно, с какой угодно студией страны и даже мира, и нам было бы не стыдно, потому что люди у нас есть такие, которых ну просто действительно одна честь и гордость показывает. И тогда вот родилась идея о том, что нам нужно все-таки сделать современную, новую, красивую, технологически правильно оснащенную студию. Это все еще далеко не конец. Поверьте, здесь еще будет очень много всего. Но если вот так вот мы прикинули, порядка 8 месяцев мы ее строили, обошлась нам она приблизительно 500 000. И понятно, что эти 500 000 их не было вот ни в бюджете, нигде. Это была помощь тех людей, которые здесь стоят. Давайте назовем. Это Александр Васильевич Гайду, и Юрий Исаевич Гранатуров, и Вячеслав Валентинович Симченко, Сергей Анатольевич Кантор, Сергей Гурковец. И все, что мы сделали здесь, это сделано вот благодаря этим людям. И плюс к тому, я не могу не сказать об Ирине Викторовне Белоус, в моем первом заме, которая на самом деле была здесь и прорабом, и архитектором, и инженером, и идеологом, и дизайнером. И всем-всем-всем, потому что, в общем-то, пока я там вел переговоры и ходил с протянутой рукой или с протянутой шапкой вот к тем, кто нам помогал, Ирина Викторовна не вылезала из этой студии, и все, что здесь делалось, и все, что делалось в срок, все, что делалось в те моменты, когда менялись какие-то у нас тут внезапно условия, наказано надо делать еще и вот это, а теперь и вот это все на ней. Я просто хочу сказать, что это очень здорово, что у нас есть такой генеральный директор. Просто хочу пожать руку и поблагодарить за то сотрудничество, которое было у нас до определенного этапа, и то, которое у нас будет после этого этапа. Вот. Жизнь никогда не заканчивается на каком-то определенном этапе. Она начинается. Не откажите себе в желании, хотите пожать? Сейчас. Да, и тут для того, чтобы начать, здесь есть вещь, которая, я думаю, должна быть у вас, специально приобретена, она освящена. Ух ты. Пожалуйста, Святой Николай, который будет ух ты. Охранять. Спасибо. Там все остальное атрибутика, да. Спасибо. Святой Николай будет на почетном месте висеть. И вы, находясь у нас в прямом эфире, будете с ним перемигивать. От всей городской громады, от депутатского корпуса, уже вот-вот, который закончит свою каденцию, от всех горожан под знаком Святого Николая. Спасибо. Есть. И вручаем это первому. Спасибо.